Всем большой привет, ребята. Спасибо большое, что находитесь на моей страничке. И сегодня я к вам хочу обратиться с очень важным таким заявлением. И надеюсь, что вы все-таки активно примите в этом участие. Ну и прежде чем сделать вот это объявление, я хотел бы поблагодарить замечательного человека, Кожушкину Галину Александровну, замечательную актрису, которая подарила мне вот такой вот, по мне, великолепный портрет. Видите, меня нарисовали. Это по мотивам моих путешествий Армении, Грузии, в общем, по регионам Северного Кавказа. Вот, теперь, собственно, непосредственно к объявлению. Завтра у нас запланирована встреча, у меня запланирована встреча с начальником МПС по Карагандинской области Коваленко Валерием Викторовичем. И я к вам обращаюсь, пожалуйста, в своих комментариях, без лишних каких-то, флуда, напишите все вопросы, которые вы хотели бы, чтобы я задал Валерию Викторовичу. Пожалуйста, не задавайте какие-то вопросы, которые уже миллиарды раз задавались, и вопросы, которые не будут в компетенции Валерия Викторовича. Как мне кажется, необходимо сейчас задавать вопросы по передвижению по Карагандинской области, по передвижению на автомобилях. Да? Очень много вопросов, у меня уже подготовлен ряд этих вопросов, которые будут ему заданы, но, возможно, у вас есть еще какие-то вопросы, и наиболее острые вопросы выберем, и я задам их Валерию Викторовичу. В общем, поэтому, ребят, подумайте хорошенько, и завтра будет и прямой эфир, как мне кажется. Ну, как мне думается, я сделаю это в YouTube, наверное, прямой эфир. Ну, и в записи потом на всех наших ресурсах общественного объединения ОСА оно появится. Так что все, всем удачи, берегите свое здоровье, сохраняйте спокойствие, соблюдайте режим карантина, как бы вам это не хотелось. Вот. Давайте будем законопослушными гражданами. Пока, увидимся.